27 июля 2018 год. Мы все ждем, покуда нам сделают более-менее цивилизованную мусорку. Сезон арбузов давно начался. Вот это такая жижа течет. Видите, какой он уже распадается. Я не знаю, как он еще может стоять. Одно уже отпало почти. Все вытекает, вонь. Никому ничего не надо. Замените хотя бы эту фигню. Если вы не можете ограждение сделать, так как в некоторых мусорках сеточка, мусор не разлетается. А детки вон тут постоянно, ну, покуда ребенок какой-нибудь ногу не сломает или травму не получит. Здесь стекла, строительный мусор, все здесь валяется. Переполох у них нагадили на детской площадке. Это вы еще в ракете там не смотрели. Устроили. Оком, вы гирше Януковича, скотыняки! Показывал образцовый мусорку. Вот видите, такая должна быть заборчик, сеточка, и мусор не разлетается по всему городу. О, нифига себе, галка. Их так мало, вообще редко встречаю. Красота какая. Жила у меня когда-то в детстве. Ручная была. Для пластиковых бутылочек. Все красиво. Бетоном, забором ограждено.